Ребята, всем привет! Теперь мой подарок. У нас распаковка подарков продолжается. Сережа открывает свой подарочек. Вооружился ножом. Разрывай! Эти ножки, они не нужны, конечно, да. Ой, подарки. Ну давай. Удачи. Спасибо. Спасибо. Не знаю, что там, но спасибо. Давай я это уберу. Ты приподнимись аккуратненько. Оп. Все. Ну как на вес тебе? На вес? Да. Нормально. Ну давай. Мы все ожидаем. Да. Там все хорошо. Давай. Я волнуюсь. Я сама волнуюсь. Не волнуйся. У мамы сколько грошей было, на стике я купила. Так. Давай на сторону, а сюда будешь этот самый. Так, это такой, как рюкзачок, но не за плечи, а вешается сюда наперед. Когда ты пошел, допустим, на речку с Альмой гулять, да. То есть он вешается как-то через этот самое, через плечо, ну вот так вот. Тут нам только отрегулировать надо. И сюда довольно-таки много чего можно положить. А, смотри, вон отделы какие. И спереди, ну так, чтобы видно было, ребята, да. Вот есть, короче, карманчик, видишь, один спереди, что можно какие-то там батарейку положить. Да. Смотри, какой. Прибамбасики, видишь, да? Какой он? Залезь туда рукой, какой. Да. Вместительный там. Цигарки твои, понимаешь? Да. Вот. Сюда камера. Передний отдел, а вот этот самый большой. Угу. Вот этот вот. Посмотри, какой. Ух ты. Вот. И вот дополнительное еще есть. А это, если положишь пауэрбанк сюда, вот. А, вот отсюда что-то там выходит, и ты можешь. Я понял. Ну, что-то такое. Заряжать на ходу, да? Как-то так, да, Лена, по-моему? Угу. Сейчас делают такие вот штуки. Короче, такое вот рюкзачело. Классно, девчонки, спасибо. Что, пожалуйста, вы с Леной выбирали, да, этот самый. Потому что Сергей там ходит или куда-то там на почту поехал, или еще что, какие-то документы положить, да, и да. Всякое такое. Но опять-таки, сильно маленькую ему не возьмешь, потому что он с собой таскает камеру, там еще что-то, нужна была какая-то такая, что, ну, которая не за спиной рюкзак есть, а вот чтобы спереди, чтобы рукой достать, не надо рюкзак снять, оттуда достать, ну то есть такое. Спасибо. Вот, прикольно? Да, очень прикольно. Все. Мне нравится. Все, ложись сюда. Доставай нам давай. Эти штучки. Крем для бритья, ну он мне всегда нужен. Да, спасибо, крем, девчонки, спасибо. Для спасибо. Для мужчин это всегда надо. О, зарядка. Так. Это зарядка, короче, я рассказывала, да, что у Сергея есть мечта, которую я и в прошлом году не смогла осуществить, потому что это очень дорого, и, короче, решили мы собирать денежки потихонечку, помаленечку, он мечтает себе iPhone последней версии, вот, ну, я решила, чтобы было... как визуализация, чтобы да. было что-то уже от этой дорогой вещи, да, которую нужно потом докупать, потому что сейчас оказывается iPhone, и ну, у нас никогда такого не было, они идут без зарядного, без там этот самый, поэтому уже есть зарядное. Ну, это для iPhone, да? Побыстрее будем собирать денежки на iPhone. Ну, когда уже что-то частичка лежит, уже не хватает основного, есть мотивация. Оно все равно нужно будет, да. Прикольно, прикольно. Это этот самый чехол. Тоже для iPhone. Да, для iPhone. Есть на самом деле, работает такая система визуализации, когда, вот знаете, когда вешаешь, например, плакат какой-то, ты хочешь дома, ты себе наклей дом, еще что-то, вот, то есть имеешь вот чехол, все, ты уже думаешь о той вещи, которую ты хочешь, и, ну, да? Да, ну, то есть... прикольно. Да, ты повыше показывай, чтобы видно вот. Было. Чехол такой, камеры красивый. Здесь три должны быть. Закрываешь. Кстати, вот эта вот штука, ее можно оттопырить, ребят, вот эту вот штуку на середине. Вот это, ну, да. И можно, это колечко, за которое можно держаться. Тубик, и на палец, может, да? Раз... Да, да. И на так палец. Она еще вертится, крутится. Селфи. И ставить селфи можно. Снимай.
Да? А ну поставь, стоит. Давай поставим. Вот, ну, вот так вот просто, да, и... Да, да, стоит, да. Может, что смотреть, а так сидеть, да? Пить чай и... А сейчас пока пить чай, так вот ставь и представь, что это айфон, да, стоит. Не, на самом деле система работает, это как-то называется. Я называю визуализация, но... Правильно называешь. Да. Вот. Что там? Так, что там дальше? Там дальше... Что это? А, открывай. Это самое, как ее, как она называется? Одеколон. Да. Туалетная вода. Тоже нужна, девчонки, спасибо. Ну, все нужно, конечно, да, для мужчины. У меня же сколько кремов, я все некогда купить. Ну, закончилось, то еще что-то, где-то я внимание не обратила, что закончилось. А... Короче, ой, спасибо. Понятно, не знаю, мы с Леной выбирали, нам понравилось. Но нам же тебя нюхать. Да. Значит, мы выбирали запах. Я тебе потом расцелую. Да, сейчас, подожди. О, да. О, прикольно. Да. Так сразу и побрызгаться, да? О! А не сильно, бы тут еда, мандарины. Да. Хорош. Хорош, да. Берем сердце. Классно, да, пахнет такое? Теперь ты тоже классно пахнет. Да. Классный. Так, дальше. Стекло. Для чего? Для смартфона. Для айфона. Да, но его потом распечатаешь, когда уже будет смартфон. Да? Это... Ну да. Да, оно же там запаковано в этот самый. Ну, в серебробомбас. Да. Осталось только купить смартфон вообще. Ну да. И будет счастье. Там ничего больше нет. Что, серьезно, что ли? Что-то еще положили. Я молчу, нет, что-то еще есть. Положили что-то, дайте мне. Картоночка. Не, да ну нафиг. Это же вы бы не смогли купить. Ну да нужная штука. Ну да. Я думаю, что она тебе, ну, пригодится. Что там? Да не может быть. Да ну, как вы смогли? Офигеть. Покажи, что в шоке. Там. Я в шоке, ребята. Коробочка. У меня сейчас щеки болят. Ну его так не откроешь. Ты обзор и сколько смотрел, что тот сейчас делает, отрываешь от эти штуки, и тогда оно, ну, откроется. Обзор я не смотрел. Распакуй. Я переходил сразу к камерам. Убрали эти, ну типа... Экологии загрязняют, да? Эти вот штуки, да, аккуратненько с одной стороны тянешь сюда. Надо рвить, а то я сейчас как нарву. Да. Вот видишь, раз, ты их сохраняешь. Вот. И вторую. Аль мне. Иди не сам. Давай. Вот. Офигеть. А теперь вот так вот тяни вверх. Я в шоке. Спасибо. Спасибо. Я не ожидал. В этот момент там салют так. Я в шоке вообще. Сережка! А что такое может быть, что ли? Сережка! Папа, нет! Это складной топорик. Ты не будешь больше обзоры эти смотреть, потому что у тебя он есть. Ну давай, я подойду. Он есть. Ну давай. В прошлом году я не смогла, я знала, что Сережка мечтает. Вот. Спасибо, родные. Спасибо вам. Я знала, что Сережка мечтает. Спасибо, мам. И подарила ему первый в его жизни айфон. Ну-ка, ой, айфон, господи, смартфон. Смартфон.
Вот, но, конечно, это все это было не то, и все не то, все не так. Все равно он грезил и мечтал, и перед сном смотрел, и рассматривал все это, и то есть он сам себе просто не купит. Не, я бы не купил, ребята, никогда. Да, меня бы жаба задавила за деньги. Потому что это смартфон последней версии. Последний iPhone. 13 Pro Max с памятью на 256 гигабайт. Офигеть. Вот. Такой элегантный прям. Офигеть. Крутяк. Ты его держишь в руках? Да, я в шоке. Просто. Таким мы себе представляем. Потому что когда по телевизору смотришь где-то у кого-то, по одному, вот. Я аккуратно примерно расспрашивала цвет, потому что их там ребята, есть там 3 вот или 4 оно. Расцветки. Этот цвет графит называется. Он не черный, он только как серый, как мокрый асфальт. Красивенький, слушай. Вот. Да, и я такой. Так аккуратно спрашивала, что примерно. Он говорит, ну черный нравится. Ну такое. Короче. Я в шоке. Да. Как? Это же стоит бешеных ну, денег, блин. Рассказываю, как есть. Мы немножко должны денежки. А по-другому никак. Ну, я не ожидал, потому что... Ну, я подумала, решила, мы с Леной решали, что это самое. То есть мы с Сергеем поговорили, я видела, что он хочет iPhone, то есть купить на данный момент нет возможности, он очень дорого стоит. Вот, и мы решили собирать деньги. Вот, мы с Леной один день поговорили, второй день поговорили, и у меня такая появилась идея занять эти деньги, как раз, чем мы будем их собирать, занять у такого человека, который может занять на определенный срок, что у нас получится этот самый. Я позвонила я маме. Я все понял. Да, я позвонила маме, я ей безмерно благодарна, что она мама, заняла, ну, мне, короче, заняла, потому что она не знает, для чего я занимала, чего, я никому ничего не рассказывала. Вот, и мы договорились на определенный срок, что мы денежки отдадим, вот, и чем мы будем собирать, мы маме будем отдавать. Ну отдадим, мы же работаем. Потому что живем все-таки один день. Ой, да. Не один день. А то и может и два дня. Я имею в виду, что не этот самый. Никто не знает этот, ну, что будет завтра. Да. Если есть мечта, я захотела ее исполнить. Сколько ты будешь мучиться, Сережа? Спасибо, мамочка. Спасибо. Доченька, спасибо, родная. Потом с тобой обнимаемся. Спасибо. Я в шоке, я не могу поверить. Я понимал, что это самое, но я не представлял. Я просто знал, что ну, слишком дорогой, ребята, он дорогой. Скажи честно, ты догадывался? Где у меня была надежда была. Такая я видела где-то по определенным вопросам, по глазам, где-то, что у тебя какая-то такая надежда была. Да, но потом я отмел эту мысль, потому что он сильно дорогой. Честно, ребята, я бы никогда себе не купил. Никогда бы. Mm-hmm. Просто потому что он дорогой. Я уже выбирал, смотрел это из этих самых, из OnePlus. Более там дешевые. Да, да. Уже Nord 2 присматривался, там одна знаешь, хорошая камера. Ну и взял бы опять что-то другое, а все равно ты мечтал бы об этом. Поэтому я тебя поздравляю. Да. Будь счастлив. Главное, будь здоров, чтобы у тебя все было хорошо. Ой, спасибо, на Новый спасибо, год мамочка, мечты спасибо. Должны вообще сбываться. Спасибо. Да, это действительно мечта, ребята. Это была мечта. Но для этого у тебя есть семья, чтобы больше, мы твои мечты... Больше вот из этих, ну, из каких-то вещей было больше вот этого, ничего не надо. Ну, это камеры какие-то смотрел туда-сюда, но вот iPhone, ну, это было как недостигаемая мечта, то есть... Это знаешь, ты же почти 2 года вот думаешь, айфон. Да, он просто, ребята, он просто бредит айфон. Ой, он каждый обзоры, у нас то и дело, обзоры. Ну, короче, это просто капец. Я заразился, ну, когда увидел обзор, равняли его с камерой, с профессиональной. И он не хуже снимает. Так камеру, ну я ж натаскался с камерой, знаешь, что это такое? То есть по морю ты идешь, на тебе такой груз, камера там, если еще объектив с собой захватишь, то вообще не знаешь, куда это деть, потому что ты раздетый же на море. И вот таскаешься, чтобы снять хороший кадр. Да, в телефоне у тебя с собой как бы. Таскаешь с собой кучу, короче, тяжелую кучу всяких прибамбасов. А это ты взял, ну, то есть та же картинка классная. Ну да. А ты взял его, положил куда угодно. Поэтому мне знаешь, ну. То есть, короче, Сережа, эмоции, подождите, он еще долго будет переваривать. Да, короче, мы тебе подарили, но мы, Алёха, в долгах.
Все, потому что в шоке он еще будет долго. Лена, выключай камеру. Все, ребята, всем спасибо. С Новым годом еще раз. Всем счастья и удачи. Все, пока-пока. Пока-пока.